Кіно на ТВ Рус. Кнопочку нажали, да? Иди сюда. Что здесь происходит? Заткнись! Да ты что, сука, совсем охренел? Я прошу только людей не трогать. Так, берем заложника в лагерь. Ничего. Так, готовимся к следующему дублику. Этого дубля не будет. Сворачивайте свой балаган. Это кино. Про то, как ограбили банк, приземленный фильм. Тут такое замутило, что ваша банкирша еще долго в себя не придет. Как она тебе? Железно. Таких еще поискать надо. Днем с огнем. Вечером разогнем. Что вы хотите? А вы не понимаете? Когда? Сегодня ночью. Вы извините, мне пора. Прошу вас. Налазь ты, зараза. Вы что? Тихо! Вы шприц! Вы что, с ума даже не поняли? Барышня у нас. Нужно, чтобы она подписала документы. Ее похитили. Ты понимаешь, что ее убить могут? Это не кино. Ну так я про то же. Олеся Судзиловская, Игорь Верник в фильме «Цветы для снежной королевы». В воскресенье на ТВ Рус.